Москва, можно сказать, что вымерла. Народу мало стало на улицах метро. Сегодня еще последний рабочий день. Следующая неделя не рабочая. Но сказать, что на выходные нельзя, потому что все будут сидеть дома, либо на дачу сегодня вечером ломануться. Вот. Это левобережный район Москвы. Даже не знаю, ехать к бабушке на велосипеде или нет. Вот снизу ходят коммунальщики. Они, видимо, дезинфицировали подъезды. Вот. Так что все ходят, не приближаясь друг к другу ближе, чем на 2 метра. Главное убедить детей не играть. Еще у нас такая проблема, подростки собираются. Хотим их разогнать. Вот садик опустел детский. Вот, и на следующей неделе будет похолодание. Так что держитесь.